Очень серьезный ориентир установила Кира Трофимова для тех девушек, которые также катаются вместе с ней в этой разминке. И сейчас на льду Екатерина Цыпухина из Нижегородской области, тренирующаяся под руководством Елены Крошкиной, а катающаяся под хорошо знакомого Евгению Плющенко музыканта. Эдвин Мартен. «Искусство на льду». Так называется это музыкальное произведение. Совсем другая игра началась в этой разминке, согласитесь. Очень уверенно откаталась и Екатерина Цыпухина. Видимо, тот импульс, который придала всем девушкам из этой разминки Кира Трофимова, будет передаваться на каждую последующую спортсменку в том числе. Здорово! Очень сильная музыка от Эдвина Мартена. Действительно, искусство на льду. Тот самый Art on Ice, о котором уже многие десятилетия судачат болельщики. Ну и вношу некоторую
ясность. Уже начинают тоже заговариваться. У Киры Трофимовой, конечно же, 4 разных тройных, не четверных прыжка в начале программы. А так-то было бы, согласитесь, совсем неплохо. Ну и сейчас быстренько пробегусь по сомнениям болельщиков. Послушайте сейчас внимательно. Тренером Виктории Яхонтовой действительно является Валентина Чеботарева. Но Валентина Михайловна, мы пока на этапах ни в Москве, ни в Сочи, ни в Казани не видели. Еще один очень уважаемый, заслуженный тренер из Санкт-Петербурга, Татьяна Косицына, которая работает в этой же самой группе. Она присутствует на этих соревнованиях со всеми фигуристами, и с Викой Яхонтовой, и с Федором Зоновым сегодня будет выходить. Так что, пожалуйста, не путайтесь. Ну, а мы возвращаемся еще к выступлению Екатерины Цыпухиной. Очень понравилось, и мы видим, что с включением двойного акселя в прыжковую составляющую каскадов и комбинаций как полноценного прыжка, а с неурезанной базовой ставкой, существенно больше стало разнообразие каскадов, которые исполняют спортсмены. В частности, у Киры Трофимовой мы увидели двойной аксель, тройной тулуп, двойной аксель. У Екатерины Цыпухиной уже во второй части программы тройной лутц, тройной бабушка, тулуп, папа, двойной аксель. Дедушка. Кирюша, всем привет! Кока Таня, Кока Саша, бабушка Люда, бабушка Нина. Сегодня мы молодцы. Фок Мещерский. Всем спасибо, кто за меня переживал и болел. Мы сегодня реабилитировались. Ну и правда, очень приятное, очень уверенное, очень красивое катание продемонстрировала Екатерина Цыпухина, тренирующаяся под руководством Елены Крошкиной. Все здорово. Вот, видите, очень важные слова. Когда тренер тобой гордится, дальше можно сворачивать и горные хребты, и реки вспять повернуть. 121,19 балла. Хороший результат для Екатерины Цыпухиной. И она суммарно пока на второй строчке 175,26. На данный момент это второй результат.